етикет на усі випадки життя. Як не потрапити у незручне становище, знає гостя, яка вже є у нашій студії. Отож, це Аліна Алексєєва, спеціалістка з етикету. І ми дуже раді, що саме ви прийшли до нашої студії, бо знаємо, як ви відчуваєте усі напрямки, які відбуваються у нашому житті, як ви розумієтесь на етикеті. Отож, Аліно, розкажіть, будь ласка, чи зараз змінились правила? Чи вони, як колись були сформованими, так і зараз залишаються для будь-якого суспільства, особливо для культурного? І аби не потрапити в халепу і не прийти до когось, не знаючи звичайних правил, на вас не подивилися скоса. Спасибо, хороший вопрос. На самом деле, потому что этикет менялся всегда и на протяжении многих веков. И вот европейский этикет, которому мы с вами следуем, он формировался длительно. И европейцы любили показывать, что именно они культурные люди. И для того, чтобы показать, что вы человек культурный, нужно было следовать определенным правилам. А сегодня эти правила гораздо менее жесткие. Для того, чтобы быть вежливым человеком, главное соблюдать такт, главное быть тактичным. Ну и, конечно, есть некоторые нюансы, которые покажут, насколько вы на самом деле культурный человек. У девушек таких нюансов больше, будем говорить откровенно. Ну, например, сумка. Куда положить сумку? Я обучаю своих подростков, детей, и они часто протестуют, потому что смотрят на своих мам, которые ведут себя иначе. Ну, например, куда поставить сумку? Чаще всего девушки кладут ее на колени. А если они приходят в ресторан, на соседний стул. И получается, что сюда они посадили себя, на соседний стул сумку, і от таким образом зайняли пространство. До речі, у ресторанах, які мають статус, є спеціальні підставки для сумок, і можна поставити туди. Але якщо немає? Что же делать, да, если нет? Будем ситуативно смотреть. За собой на стол мы поставим сумку. Ее не будет видно на фотографиях, и вы будете выглядеть очень уместно и корректно. Но если это маленький клатч, мы кладем себе действительно на колени, а сверху тканевую салфетку, если ресторан высокого уровня. Если нет, просто клатч на коленях. И еще есть вариант, когда мы можем сумку поставить на пол, потому что у сумок часто есть вот такие ножки. Они там именно для этого. Так, все передбачено, треба просто увага. Важніше придивлятися до тих аксесуарів, які ми носимо з собою. Yeah. Отож, Аліно, з сумкою зрозуміло, чи з клатчем, наприклад. І тут, звісно, що дівчина повинна розуміти, що якщо вона хоче бути культурною, трошки треба, можливо, в деяких моментах зосередитись на тих правилах, можливо, десь потерпіти незручність, бо є таке, так? Да, особливо, да. Коли сумка позаду. Ви не зможете розвалитись на тому стільчику, ви будете сидіти, рівно тримаючи спинку. Да, да, в етикеті є правило, що ми займаємо тільки 3/4 стула. Ну, для чого у нас залишається 1/4? Якраз для сумки і для рівної спини. Тому що, наприклад, між чоловіком і столом має бути небольшое пространство, але небольшое. Большое, чтобы крошки не падали, чтобы спина была ровная. У взрослого человека это ладонь, а у ребенка 2 кулачка. И вот в таком случае вы никак не сможете развалиться на кресле, вы будете максимально красивы и съедите меньше, что немаловажно для девушек современного мира. Трошки змінюються звичні правила, тому що ми переходимо у різні етапи суспільства, коли етикет не так вже і... не так біля нас, так? Ми можемо набратися трошки з іншої культури, наприклад, американської, де немає такої стриманості, де більше розкутість, і вона підтримується суспільством. От як тоді бути, і що би ви порадили тим людям, які, можливо, хотіли би поєднати в собі багато різних культур? Так, есть такой момент, это правда. Америка и особенно фильмы диктуют нам другие правила, и мы не можем их игнорировать. И здесь мне очень показателен пример. Часто ставят вот нам за образец современных миллионеров. Например, тех, кто основал Facebook, да, или основателей Apple. Потому что в дресс-коде, как правило, да, есть определенные правила. И вот люди, которые становятся лицами, да, современной молодежи, они часто эти правила игнорируют. Ну, то есть на какие-то торжественные мероприятия приходят в обычной одежде. Вот черный свитер и джинсы, да, Стива Джобса, его знают абсолютно все. Но не все знают, что на действительно торжественные мероприятия, ну, например, уровня white tie, это самый высокий уровень дресс-кода, именно Стив Джобс был одет уместнее всего. Он знает эти правила, просто он сознательно их нарушает. И вот как, да, как совпадать с культурой и современной,
и с правилами этикета. Нужно знать, но действовать по ситуации. Ну так, звичайно, що керуватись тими прикладами, які нам подають деякі люди, я думаю, що це не зовсім буде правильно, тому що тут якраз він хотів підкреслити свою важливість. Тобто в якихось, можливо, заходах він почував себе досить таки вільно, і він може собі це дозволити. Якщо це буде стосуватись будь-якої людини, яка просто хоче входити у суспільство, можливо, ще трошки буде зарано ось так вільно себе почувати. Як ви думаєте? Да, я согласна. Действительно, для того, чтобы чувствовать себя свободно в любом обществе, нужно немножко потренироваться. Нужно вот возвести для себя в ежедневных вещах в культ какой-то определенный уровень неудобства. Ну, например, когда мы учимся столовыми приборами пользоваться, не все дома пользуются ножом и вилкой. Даже я, скажу вам по секрету, мне не всегда хочется доставать нож и вилку, это правда. Это нужно себя заставлять для того, чтобы там не пальцем помогать себе, а вот именно пользоваться столовыми приборами. Или еще такой пример с телефоном. У нас у всех своего рода независимость, но привычка все время держать телефон рядом с собой. И никак не получится быть вежливым, культурным человеком, если он лежит рядом с вами. И еще, да, это очень сложно. Такую дисциплину нужно иметь, чтобы не отвлекаться, когда вам кто-то звонит или пишет. И вот здесь тоже определенный уровень ущемления немножко себя. То есть спрятать этот телефон, поставить на беззвучный режим, и уделить максимально внимание своему собеседнику. Но когда вы это делаете в ежедневных вещах, немножко работая над собой, дисциплинируя, вы зато будете чувствовать себя свободно во всех других обстоятельствах. Бачите, як добре, треба себе просто привчити. Да. Які топ-правила існують для повсякденного життя? От ви дуже добре сказали про телефон, про ту сумку, про столові прибори, якими треба вміти користуватися, і бажано, щоб це була звичка ваша постійна, щоб ви не пригадували, як же, в якій руці ми тримаємо, ну, наприклад, я не знаю, можливо, хтось ще пригадує, так? Але все одно є ось такі правила, яким треба керуватись і постійно-постійно думати про те, що ми робимо та як. Да, безусловно. А самые главные правила, на которые мы обращаем внимание, это церемониал знакомства. Когда мы знакомимся с новым человеком, нам нужно себя показать очень корректно, потому что мы буквально встречаемся с новым миром. Мы не знаем этого человека, и есть определенные темы, например, которые табуированы в обществе. Каждый культурный человек знает, что с этих тем не стоит начинать знакомство. Не потому, что они такие сложные, и у вас нет своего мнения. Оно у вас есть, но вы можете не так понять собеседника, и сразу же будет конфликт, и вы не понравитесь друг другу. Поэтому культурный человек их будет обходить. Ну и много нюансов по поводу рукопожатия, как пожать руку, кому в первую очередь пожать, а кому не нужно подавать. Вот такие вот нюансы, они сразу раскрывают, насколько человек культурный, насколько он знает правила этикета. До речи, чему же жінка першою подавати руку? Ось це питання часто ставиться, і у будь-якому суспільстві є свої правила, і треба їх знати, звичайно. Да, вы правы. Мы сейчас говорим именно о европейском этикете, я просто подчеркну, потому что в восточном, насколько я знаю, женщины не протягивают руку. Но в европейском этикете вопрос звучит не может ли, а женщина... Да, вы абсолютно правы. Женщина должна протягивать руку, потому что по социальному уровню она считается выше, чем мужчина, то есть к ней больше внимания, за ней ухаживают, о ней заботятся, и она разрешает тактильный контакт к себе. Поэтому она и протягивает руку первой. Просто для многих девушек это еще немножко непривычно. Им кажется, что они будут очень по-деловому выглядеть. Но это абсолютно не так. Тем более есть разница между деловым рукопожатием и светским рукопожатием. Это нюансы определенные. И если девушка их знает, она никогда не будет выглядеть некорректно. Угу. Алиночка, ну я думаю, что вы трошки расскажете нам и про те нюансы. Також расскажем сегодня уже все секреты, выдамо. Нехай девчатка повторюют за нами. Ну и хлопцы, звичайно, теж повинні розуміти, як поводить ця дівчина, аби теж не потрапити в незручне становище, протягуючи її руку, наприклад. Да. Так, і хлопці повинні знати. Отож, від чого залежить, який, наприклад, захід
Чи ви прийшли, наприклад, на ділову розмову, на ділові переговори, чи, можливо, це просто зустріч? Зустріч з компанією друзів, ну, поки що вони вам не друзі, але в майбутньому можуть бути, так? Тож, як це розрізнити і як саме вона повинна подавати руку? Так. Существует в этикете только две сферы. Сфера деловая и сфера светская. В отличие от зависимости от того, какая сфера, мы и будем выбирать вид рукопожатия. Потому что если это деловая, правила меняются. Вы можете по статусу быть ниже своего руководителя мужчины. Ну, так часто бывает. А вот если светская, вы в любом случае выше. Женщина в любом случае выше. И тогда мы протягиваем в светском. Я могу на вас продемонстрировать? Пожалуйста, так. Смотрите, так. Светское рукопожатие – это рукопожатие пальцев. Вот мы с вами будем вот так здороваться, Если бы мы с вами встретились не здесь, не в рабочей обстановке, например, в ресторане, да, или в театре, или даже на улице, мы бы с вами пожали руку вот по-светски, как дамы. А здесь у нас деловая среда, и поэтому мы пожимаем руку полностью, плотно, вертикально. Да, вот таким образом. Все так, верно. Ми вже привіталися декілька разів з Аліною, вже знаємо, як це правильно робити. Хотілося б, звичайно, щоб люди розуміли. І, можливо, собі треба занотувати деякі правила. Їх легко запам'ятати, але забудуться з часом, тому треба їх або повторювати усе життя, і вже це, щоб це було на автоматі, як то кажуть, або треба занотувати, аби не вийшло чогось незручного, так? Да. У які ще незручні ситуації потрапляють часто жінки і чоловіки також? Про що нам потрібно пам'ятати? От розмова, справді розмова повинна бути ввічливою, так? І не треба вживати паразитів, не треба вживати слів, які можуть образити людину, яка з вами спілкується. А можливо, ще є те, на що люди не так часто звертають увагу. Сейчас самая актуальная тема табу, я не могу о ней не сказать, тема вакцинации. Не всем понятно, почему эту тему нельзя обсуждать, потому что хочется, потому что любопытно и актуально. Но я часто говорю, что тема здоровья – это тема табу. Вакцины или коронавирус – это тема табу, и кроме того, она может испортить настроение. У меня был такой резонансный случай, когда мы просто представлялись, знакомились с девушками-подростками, и одна из них расплакалась, потому что у нее недавно случился печальная ситуация. Вот настолько это болезненно могут воспринимать люди. Поэтому вот такие темы, тяжелые темы табу, мы о них не вспоминаем. Мы говорим о чем-то более радостном, об искусстве, о культуре. Можно о профессии, если она для вас не тяжелая, не утомительная эта тема. О чем-то нейтральном. Алін, от справді деякі види розмов, ті, до яких ми звикли, вони залишаються сталими. Але от ми живемо в такі часи, коли змінюється і культура, і ставлення до неї. І от Україна, вона якраз тут межує, і дуже багато різних культур змішалося. У нас багато іноземців, і ми вже, знаєте, як асимілюємось трошки з іншими культурами, тому що багато чого з Європи, багато чого з Америки ми запозичуємо. І от якраз добре, що все це є, але інша ситуація – це що ми для себе оберемо. І який шлях ми для себе вже визначили як пріоритетний. І отут треба зрозуміти, як саме ви будете поводитись і кого ж ви представляєте, до якої культури ви ближчі. І чого би вам хотілося? От як ви думаєте, чи українці могли би залишатись собою? Бо насправді українці були завжди культурними людьми. Але от з часом трошки традиції змінювались. І європейська спільнота почала заявляти про те, що вони нібито започаткували багато чого. Але ж ми знаємо, що було не так. Это очень тонкая тема на самом деле. Это правда, что Украина, особенно когда она была в составе во все времена, и во время Киевской Руси, и во время, когда она была частью Российской империи, это была одна из самых образованных стран, и люди, которые были аристократией, действительно на них равнялись по уровню культуры и образованности. И даже сейчас наши правила, если смотреть, вернуться вот в дореволюционное время, это очень... Что меня восхищает? Мы равняемся на европейский этикет, но там очень строгая система каст, просто она по-другому называется. Чтобы попасть в один уровень
общества, тебе нужно быть с кем-то там знакомым и так далее, и так далее. То есть даже если ты аристократ, тебе нужно много-много этапов пройти. Вот в Российской империи такого не было. Если человек был культурный и образованный, ему были открыты все двери. И вот это мне очень нравится, и это мне хотелось бы, чтобы у нас осталось и сейчас. То есть у нас действительно свои традиции, или, например, традиция гостеприимства. Вот если вы попадете в какой-то европейский дом, вам, вероятнее всего, будут подавать блюда по одному, это будут небольшие угощения. У нас, вы знаете, приняты большие застолья, и более того, хозяйка будет еще интересоваться, почему вы что-то не съели. Она 100% убедится, что вы не ушли голодными. Вот в европейском этикете такого не принято, никто не обращает внимания на то, сколько вы едите. С одной стороны, это хорошо, потому что не нужно объяснять, почему вы алкоголь, например, не пьете или не съели мясное блюдо. Но с другой стороны, нет вот этого духа гостеприимства. Немає близьких стосунків. Звісно, що люди трошки віддаляються, і сам сенс життя інший, і вони і дома не так часто їдять, як прийнято в Україні. Тобто є і гостинність, і є душа, яка все ж у кожному будинку є, це все через те, що є господиня українка, є там чоловік, є діти. Тобто ми маємо ті традиційні наші такі моменти, на які хотілося б звертати увагу, і які хотілося б залишити. Тому що ось такої щирості мало в кого залишається на цей час. А у нас вона є, і якщо ми її будемо зберігати, то це добре, тому що ми можемо дати більше, аніж просто етикет. Ми можемо дати і ще і емоцію, настрій. І справді люди, розходячись додому, вже будуть мати щось інше, щось тепліше. Спогади про стосунки, там, чи дружні стосунки, чи щось іще. Тобто немає тих жорстких правил, яким треба тільки слідувати, і все. Ось так ми з вами сьогодні з етикету перейшли на те, що є у нас. І, звісно, хочеться його зберегти. Хочеться, щоб українці залишалися такими ж гостинними, такими добрими людьми. А мені здається, Алін, що у вас взагалі не буває незручних становищ, і що ви з будь-якого конфлікту знайдете вихід. От ви така сама дівчина, яка вміє розпізнати заздалегідь і не довести до конфліктної ситуації. Це теж правило етикету? Чи це просто ви саме так сформували свій характер, що вмієте це робити. Спасибо за комплімент. Мені, правда, це дуже цінно слышать. На самом деле, я дійсно понимаю, чувствую, это, ну, називається своего рода компетенцией, когда ты чувствуешь, какая тема может стать причиной конфликта, и уходишь ее заблаговременно. Но если случается какая-то ситуация, которую я вижу, что она не будет, ее не так-то просто разрешить, я просто больше внимания уделяю этому. Например, я дала кому-то ненужный совет, я понимаю, что он ненужный, что он был неправильный, и я всегда извинюсь. Ну, нас этому обучают, нас учат тому, что исправлять свои ошибки – это еще лучше, чем даже где-то не допустить. Їх. Тобто ви можете так прямо підійти до людини і сказати, вибачте, так сталося, і я просто не думала, що це могло призвести до саме до такої ситуації, так, хотіла інакше. І все виходить завжди. Так, і все виходить. Але хвилюєтесь все одно. Кожен чоловік волен поступать так, как ему хочется и так, как нужно. Но я стараюсь все-таки соблюдать свободу других людей. И если я выбрала такую для себя миссию этикета, с меня больше и спрос. Поэтому всегда отслеживаю те моменты, где я нарушаю свободу других людей. Ось так, Аліна, ну наостанок хочеться почути від вас рекомендації для усіх. Нехай повторюють в чаті. І, можливо, хтось запише. Тож, будь ласка, що найголовніше, на ваш погляд, аби бути культурною людиною в будь-якому суспільстві, і ми знаємо, що зараз суспільство змінюється, але так, щоб це було стало у вас, аби ви себе почували досить таки на високому рівні. Да. А самое главное правило этикета – это соблюдать лицо другого человека. Если вы в Риме, будьте римлянином. Если вы пришли в ресторан, не стесняйтесь смотреть на других людей и вести себя точно так же, соответственно. Такт – это то чувство, которое нужно развивать. Это прекрасное чувство. И если вы смотрите красивые художественные фильмы, если вы читаете книги и особенно интересуетесь этикетом, вы для себя откроете совершенно другой мир. То, что раньше было просто интуитивным знанием, станет четкими, понятными, логичными правилами, и вы уже не вернетесь к той прошлой жизни, которой жили до этого.
Ось так, Аліна Алексєєва, спеціалістка, фахівчиня з етикету, була сьогодні в нашій студії. Ну, надзвичайно приємно було з вами поспілкуватися сьогодні. Дуже багато чого дізналися і, можливо, для когось і нового. І приємно, що саме про такі правила ми говорили і наголошуємо саме на них. Тому хочеться вам теж побажати міцного здоров'я, нехай настрій ніколи не покидає вас, нехай він буде завжди піднесеним, нехай буде щастя світитись у ваших очах. І взагалі хочеться усім нам також побажати усього найкращого, але не перемикайтесь, бо ми зустрінемось за декілька хвилин.